Там ветер, дождь. Что-то дождь уже пятый день идет подряд. Так уже не месяц идет, если ты не заметил дождь. Да нет, какой месяц? Я в саду работал, было жарко там. А сейчас жары нет, только. Жарко уже давно нету, это с мая месяца как нету, а уже посередине июня. Все проспал. Да-да-да, сколько рисунков создал, столько никто из моих предков не создавал. Я великий художник, я стану великим художником, понимаешь? А что он, Сергей, здесь пришел и стоял в обуви и смотрел здесь? Крестик, что ли, смотрел? А, эту смотрел, наверное. Он какой-то, Сергей, немного аутичный, да? А кого-то интересно? Ну, он какой-то немного юродивый, странный немножко. Не от мира сего. А ты в кого? Ну я в него и в бабушку. Бабушка суетливая? Ну я тоже суетливый. Я просто, у меня низкое давление, а у него высокое. Я в бабушку в плане разговариваю сам с собой, там все такое. Пессимизм. Тревожность. Она знаешь, почему тебе звонит? Потому что у него панические атаки. Почитай в интернете, что такое паническая атака. И ты узнаешь, что такое наша бабушка. Паническая атака, ей нужно лекарство просто. От панических атак. Но врачи тупые из поликлиники не понимают. И у меня то же самое, что и у нее, только с детства. У меня с детства нервные проблемы, там, синдром беспокойных ног. И еще у бабушки с носом, она говорит, ей прокалывали нос там прям. Что-то там. Ей прокалывали, когда у нее гайморит. Гайморит, да, прокалывали там жестко и болело, говорит. У меня тоже с носом проблемы с детства. Мне, короче, от бабушки передалась вот эта вот грусть постоянная. Она, знаешь, что у нас общего? Она говорит постоянно, что она каждый день плачет, вспоминает тот единственный случай, тот случай. И я тоже постоянно... Какой случай? Ну, про Виталия, про как он предал ее. Какой про Виталия? Виталий. Виталий, как он ее предал на деньги там, все это. И я тоже вспоминаю. Кого? У меня как бы зациклено воспоминание негативное. Зачем? Нужно всех простить. Это мозг так устроен. Надо простить. Это болезнь называется. Это надо просто перебороть себя и простить всех. Это называется болезнь. И это лечится флоксетином. Флоксетин выпил. И забыл все. И обсессивно-компульсивное расстройство перестало тебя мучить. Почитаешь, что такое обсессивно... Ты уснул. Нет, ты не уснул, наоборот, от него он бодрит. Есть антидепрессанты, которые засыпать помогают, а есть, которые, наоборот, бодрят. Вставай уже, все. Ты не слушаешь меня. Если бы она пропила курс, то ей бы полегчало. Не слушаешь меня никогда. Если бы бабушка пила хотя бы этого, Атаракс хотя бы, она бы, у нее бы исчезли панические эти звонки там всякое, вот это вот. В
панике она звонит. У меня то же самое было, пока я не стал лечиться. Из-за чего я потерял друзей вообще и все. Нормально. Холодно, чё? Как я тебе такая? Какая? Без бровей. Я вообще не вижу, подожди. А чё ты, вы сбрила брови? Почему? Я просто их... накрасила, а сейчас убрала. Да нормально. Просто накрашенные видно сразу все изъяны. Какие изъяны? Ну, в смысле, что где-то, видишь, там волоски есть эти седые, белые. Да? И они не прокрашиваются краской. А я не знала, я не замечал. Ну, ты не замечал, зато я замечала. А когда не красишь, то они как бы не бросаются. На броши, когда покрасишь, то все прокрашивается. Нет, краской такой не прокрашивается, даже химической. Седина не прокрашивается. Нормально у тебя брови. А где ты кофе взяла? Спрячешь? Почему кофе я сварила? Вот оно. А, просроченное, да? Ну, Саша, а сейчас видишь брови мои? Видно брови, у тебя не видно там никаких седин, ничего. Нормально? У тебя нормальное лицо. Красивая. Ладно, все. Сейчас мы поехали с Сергеем. Ты остаешься? Ешь кашу? Я твой телефон зайду через Wi-Fi. И удалю эту. Я ору. Ты молчишь. Ну, ты, блин. А что ты смотрел там, когда зашел? Ты зашел, заехал к ней, что ли? Что смотрел, когда зашел? Диски. Диски? А, диски, да. Беркова. Помнишь Беркова? Куда это? Диски. Диски. Беркова смотрел? Я тебе лучше, может, ты на Порнохаб заходи на своем компе, там загружаться долго будет. Моя это карточка. Это мои карточки тебе. Моя любви мир. Вот виза, а вот недавно сделали, а вот это Сбербанк. Нет, она какая? Маэстро. А, маэстро. Почему не мир? А что за мир? Так они все же переходят на мир. Да я вообще впервые слышу про мир. Ну это, ну, отечественная карточка. Так я не слышал, такой нету вообще. Недавно, может, появилась. Да уже больше года назад, как все эти переходят на нее. Не-не-не. Ну это может только эти, кто. Как тебе картины? Ну, они не самого лучшего качества. Вот смотри. Это не самое лучшее качество, смотри. Посмотри вот эту. Видишь, как много деталей. Да, полно деталей. Понятно, да, тут что нарисовано? Конечно. Да? А что-то не оценили в интернете, я выложил. А вот это на что похоже, по-твоему? Да что-то и на растения, и на чудовищ каких-то. А на башню не похоже? Нет. Блин, башня. Это башня, типа, с шипами. На растение или на чудовищ? Окей. А вот здесь... А тоже? Ну да. Самые звонки? Здесь тоже похоже на чудовище? Не похоже на здание? Нет, это похоже. Почему у меня, где должно проявиться, кто? Вот мне позвонили, ну, про пропущенные звонки, где они? Вот. Ну где Сергей? Вот. А это кто? 5 минут назад. Не знаю, кто.
Я тоже звонил. 900.